Электрические котлы класса стандарт эконом – это модели под брендом EPO мощностью от 2,5 до 30 кВт, то есть предназначенные для отопления помещений площадью от 25 до 300 квадратных метров при условии первой категории теплоизоляции и высоте потолка в 2,7 метра. Раньше мы рекомендовали 1 кВт мощности котла на 10 квадратных метров при высоте потолка 2,7. Сейчас говорим, что поскольку технология строительства ушла далеко вперед, нужно считать теплопотери дома. По современным технологиям вполне достаточно, скажем, 0,7 кВт. Электроотопительные котлы класса стандарт эконом комплектуются тенами из нержавеющей стали, одно- и трехступенчатыми пультами управления. Так выглядят не совсем до конца собранные электрические котлы от 2,5 до 30 кВт. В чем особенность вот данной модели? Ну, я бы так сказал, что особенность всех наших моделей такая, что это простые надежные приборы. Их главное предназначение – греть всегда. Причем греть так, чтобы когда это нужно, он греет, когда не нужно, не греет. То есть уровень автоматики такой, что нашему потребителю не надо задумываться над тем, экономно он работает или не экономно. Все это прописано в программе, которая в пульте управления.